Делаем декоративные кирпичи на стене. Мерим высоту и делим ее на равные части. Ставим метки карандашом. Размечаем и режем малярный скотч шириной 1 см. Разматываем и натягиваем горизонтально по меткам. Мерим длину и делим ее на равные части. Делаем вертикальные метки, наносим их на скотч с шагом пол кирпича. Клеим перемычки в шахматном порядке. Наносим фактурную штукатурку слоем не менее 5 мм. Учитывайте это в характеристиках штукатурки. Пластиковой гладилкой делаем хаотичный рисунок. Аккуратно извлекаем скотч, двигаясь сверху вниз. Через 3 дня шлифуем крупной наждачной бумагой и покрываем лаком. Декоративная стена готова.